сегодня 24 августа. В 6 часов утра мы выехали, все подготовлено было. Вот Никита торопится в Мамонтово, поэтому ну все одно к одному. Достали болотные сапоги батюшкины. Я думаю, размер все равно подходящий. Надевай, чтобы они у тебя не сползли. Подумай как. Можно через плечо веревочку сделать в одну и в другую. Владимир Пащенко, это его брат Исааки. Солнца еще нету, не восходит. Вчера дождик такой был каплями, а сегодня непонятно, что, ну, звездное небо было. Луна. Ой, как опусанные краюшки поллуны. Во. А, там веревочки есть. Я не видал. А они куда, эти веревочки? Ну, я думаю, через шею. Не хватит, надо другие. Ну да. Чтобы они у тебя не сползали. От берега ни шагу. Твоя задача в этом состоит — держать хорошо с подсечкой, как всегда, вперед наклоненная. А Исааки будет тащить. Так, вы туда сразу тащите на берег. Там раскидывать будем. Берите. Сразу, Володя, разворачивай длинным шестом к себе туда. Посередке. Рассвет только-только начинается. И вот тут сети стоят, вон видно где. И туман. Прекрасно все. Поехали, помолились. Сейчас еще помолимся. И батюшки сказали: молись, ты будешь у нас выходить в компании. Так, Исааки здесь. Ну все тогда, нам не хватало двух, трех людей. Так, там еще весла есть, подушки выставляй. Сюда, вот сюда им. И эти палатки обе туда, чтобы на коленях мог на них быть. Ну, растянули, как будто бы правильно все. Так, ближе туда, туда, к середине. К середине растяните туда, потому что лодка там будет стоять. Вроде бы все нормально. Хорошо проверьте, чтобы не крутить, как вчера. Посмотрите, как поплавки будут. Разверни мотню, чтобы она не замоталась. Настоящая эпопея. Вот большой шест. Вчера 8 шестов сделала за ним на разную глубину. Серьезно все. Палатки. Палатки — это для Володи. И для себя можешь одну взять, чтобы на коленях стоять было. Не вставать на ноги. Хорошо, если бы плот был. Но нет плота. Его сюда не притащить. Так, старайтесь сильно так. Так, вытаскивайте лодку. Лодку тащите. Сейчас подушки надуем. Я думаю, не надо. А, это накачать хотите? Так, развяжи. Исааки, помоги распутать. Развиньте. Большие три, вот эти мотки веревки уберите в сторону. Там она связана. Связал сторонку, не выпускай из рук. Так, вот которая растрепана, вот эта твоя будет. Вот. Подожди, нет, какая более растрепанная? Ну, это она и есть. Какая-то... Дай мне в карман тогда. Так, бери, Исааки, вот эту вот. И веревки обе. И на тот берег. Вон туда цеплять. А они это пусть цепляют. Так. Подожди, веревочки эти, подожди. Веревки на ту сторону. Нет, подожди. К вам. Правильно. Правильно, правильно. Надо развязать сейчас будет. Это зацепить сначала. Володя, крюки зацепите, растяните, и тогда я веревки буду, чтобы не за... А ты иди вон там, знаешь, как цеплять? Это твоя. Ты будешь... Исаак за него потянет.
сразу только растягивайте на полную. Поднеси шест. Ваша, это ваш инструмент. Еще раз проверь. В лодке все у вас. Так же цепляется, да? А? Так же цеплять. Как раньше было, так и цепляйте вниз. Здесь и внизу, и все. И сюда натягивайте. Натягивай. Тащи, тащи, тащи. Вперед, сюда. Вот так. Дальше, дальше. А теперь веревку тащи сюда. Развязывать надо. Так, развязывай и привязывай вот на золото. За этот. Обе? Да. На. Разговаривать дольше это показывает, чем самому сделать. Смотри, я развязываю ее. Теперь она сильно замотана у меня. Почему? Потому что потом трудно доставать, где узелки какие. Эту маленькую хотите к этой привязать, да, тоже? Да, вот к этой, вот она идет. Это? А там это только, которая есть, он ее тянуть будет. Так, вот сюда привязывай, да? Подожди, подожди, подожди. Так, привязывай. Это куда привязывать? Туда, за эту. Вот за эту? Да, вот эту можно привязать тогда за эту. Подожди-ка. Лучше длинную, конечно. Она длинная и должна быть. Давай, а та короткая запасная будет. Цепляй. Так, подожди-ка, вытащи вот это. Подожди, Володя. Привяжи с петлей и все как положено. Сюда. Эту веревку на всякий случай я возьму с собой. Мало ли еще. Хорошо, затягивай. Так, эта веревка такая. Ну как-то ее надо это. Подожди-ка, это концовка. Я ее маленько возьму. Если не хватит, где-то там далеко пойдет. Мало ли что, дорогой. У меня запасная будет. Она небольшая, 12 метров. 12, а вон та 33. Все. Теперь, чтобы она мне не мешалась, я ее куда-то должен. Там прицепили, которая по берегу то будет идти, да, тянуть. Да. Ну он прицепил ее, он сразу берет в руки ее. Все на этом пока. А выводить-то мы где будем? Выводить на дамбе. Там где-то полоска. Так, все, лодку спускайте. Как на нее привязать? Слушай, как мне ее за себя привязать-то вот эту? Чтобы она у меня была где-то под рукой. Пояс есть? За пояс. А? За пояс. За пояс. Правильно. Давай, привязывай. За, ну, узел и петля. Так, весла взяли. Ты отвечаешь, Сергей, только за это. Все время с наклоном держи. Доставать старайся с земли. Не упирать, ну, чувствуешь земля-то. Можешь поднять маленько там, сантиметров на 5. Давай. Бери сеть. Теперь стравливайте ее. Сейчас он залезет. Так, Исаки, подтягивай сеть. Иди оттуда. Самое главное сейчас, когда идет мотню, хорошо распустите ровно. Посмотри, как она идет. Все. Отталкивайся. Подтягивайте, подтягивайте сеть-то. Тяните, чтобы она свободно шла, сеть-то. Встань около берега. На береге-то, на берегу подтягивай ее. Все. Пошел. Прямо вон путь держи на эту. Где?
там стоит сеть. Сережа, тебе надо только опускать, больше ни за что не отвечаешь. Все. Главное эту распусти. Мотню хорошо. Может быть, на веслах сейчас тебе вначале лучше. Видишь, никак. Надо все-таки там на плоту. Давай, давай. О, пошел. Все, все, потихоньку, потихоньку, выходите. Там низ, низ, низ еще эти, сами эти грузила стягивают. Потом, как мотня дойдет, мотню широко так ровно распустите. Видишь, одно дело теоретически, другое дело практически. Один не справится, мне тоже надо гребти. Это не просто. Вот на плоту было бы, да, да. С таймя он бы сейчас двое упирались. Я тогда ее привязываю сейчас. Ты держи только свою эту сеть. Давай. Нет, мне надо ему помогать. Это ничего не даст. Давайте я привяжу и буду помогать веслами. Я не знаю, что делайте там, что только не отсекайте эту. Не отвязывать ничего нельзя. Я привяжу эту. Засыпи за счет-то там попутно. И вдвоем ее вытащите. Видишь, она упирает сеть-то. Все-таки это сопротивление. Я-то думал, как сейчас зайдем, забросим и прошли. Она почти на месте стоит. С той стороны солнца такая подсветка. О, поползла. Это, Володя, тебе надо в землю упираться. Это нет, она в землю упирается-то. Давай, давай, я буду подтягивать, а ты с той стороны тяни. Не ту, ты упираешься, это не туда, ты от берега упираешься, вот. А ты себе не давай ему разворачивать лодку, только одну сторону греби. А ты с той стороны упирайся. Ну как-то сделайте согласованно, чтобы было. Травите, Володя, ты не от берега тянешь-то. Ты сейчас куда гонишь-то? Ты к берегу гонишь-то. Веревку опустите. А что меня держит? Вы веревку-то не держите. Ну еще получилось. Нет, об этом я даже не думал. Я думал, чтобы в землю упираться толстым концом будешь. Ну попробуйте, попробуйте упираться только. А он должен... Упираться.
здесь... Ты с той стороны упираешься, а он с этой веслом одним, послушайся. Ну давай делай как хотите, на одном месте стоим-то. Вам нечего сказать-то пока. Володя, упираться надо в землю. Сеть не может утащить. Все равно по-своему делает. Я думаю вот так, Володя. Тебе надо не сзади сидеть, а спереди, там, около этой-то. Чтоб ты меня разворачивала. Переместитесь маленько-то, дай Володе место. Он будет упираться. Рычага на поворот не будет. А ты с одной стороны хлюпай только, не давай лодке разворачиваться. А он прямо толкать будет от этого, не в сторону, а перед носом у лодки. Ну, поменяйтесь местами. Ты бери сеть, а ты эту бери. Вот теперь бери ее толстую, а толкай ее. А ты с этой стороны не давай ему поворачиваться. Куда она разворачивается, ты наоборот, с другой стороны подхлюпывай. Вот, давай дальше. Только в сетку не тычь. В сеть не тычь. Вы ее сейчас порвете и все. О, поползло сразу. Надо маленько-то приглядываться, еще к чему. Все, поползла. Главное не это, распустите хорошо мотню. Прямо старайся ближе к носу. Вот еще сеть вам мешает тут. Давай. Сережа, не давай поворачиваться лодки. Смотри, каким веслом работать. Работай одним левым веслом. Вот. Вот. Видишь как? За счет того, что он упирается, она пошла. О! Все. Нужно делать так, чтобы мы опережали тот конец по отношению к берегу, чтобы наклон нашел невод. Все. Поворачивайте сюда. Вдоль берега теперь. Ты не давай лодке приближаться к берегу. Вот твоя задача. А ты держи теперь эту... Надо троим там было быть, не двоим. Так. Вы меняйте места свои, определяйте куда. Какие тут караси? Тут все распугали, уже ничего не найдешь. Так, ты старайся ближе к берегу быть, ближе. Вперед тащить. А вот и надо, так за веревку придерживайся. Так, теперь я вас потащу. Ребята, я сейчас потащу вас, вы только руководите. Это карася, я думал, на пол машины будет. Да большие все. Торопятся
в районный центр Мамонтова. Никита, ну договорились рано отвезти, Сергей его отвез и возвращается сейчас сюда на второй мостик. А там он дальше туман видать, это над нашей Комогорихой или лагерной называется. Вот так по горизонту показываю, где. Вот Рыжковский пруд, видать. Вот он, туман поднимается над ним. Самого пруда не видно. А это вот мы на втором мостике. Вот, попытка сделана была. И тоже неудачно, потому что не хватило веревки длины тащить. А она как поплавок крутится, лодка-то. Надо на плоту тогда. Наши где-то здесь, там в тумане, вон они снимают рыбу, если она есть. Какая красота! Вот это Новозоринский околок был, очень богатый грачами. Больше 10 гнезд на каждой почти березе. И вдруг в 98 году сотни пожаров в одну ночь загорелись по краю. Ну, умышленно все это делается. По неволе Сталина вспоминать будут. Тогда этого не было. Не было. Вот так. Я показываю, где. А Сергей уже подъезжает. Где-то здесь рядом. Я иду со своим ведром. Тут отдаем им, что попала рыба по неводу. Туда подъехал. Правильно подъехал, но нас там уже нету. Вот он. Стоит, даем. О! Сергей со своей машиной едет. Надо забирать уже. Хорошо с Сергеем тут было, легко. Никиту вызвали раньше из дома, отвез, все на месте. Это взяли фляги, все, рыбу вместить. Ну это отложим на завтра. Подъехал Сергей. Так, все, пошли. Так, ну давайте, посчитайте, сколько. Четвертая часть, к той рыбе добавим. Там больше было, 22, а тут всего несколько. А оттуда несколько гальянов я возьму для кошки, считай. 22, не помню. Слух. Громче. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну-ка, в ладони возьми, покажи вот эти два рядом. Возьми второй рядом, который. Ну, вон, рядом, ну, чтобы видно было, какая рыба. Это карась. 10, 11, 12. Маленького не считай. Так, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Ну и вот такой. Ну надо 20. Сейчас травой протереть, возьми. 26. Мы забыли, надо считать батюшку, мы же ему обещали его взять. Сотрудники, он молится сейчас за нас. Карасям это, Никита никакого отношения не имеет уже, все. Там то имеет. Так вот, мы сейчас рассуждали, какие наши еще недостатки были выявить. А, поднимается вверх. Он говорит, внизу привязать гантель какую-то.
У сетки. А ты тыкал-то в эту сеть, ты всю ее испластал и взорвал. Я не тыкал. Шестом. Один раз только попал, и все. Ну, этого достаточно, все разорвалось оно полосой. А он говорит, Сергей, что это ты. Так ты упирался в дно, там и порвано в этом месте внизу. В дно упирался, когда порвалось. Ну, это ты сейчас, а ты ей упирался в воду. Да. Ну, кто порвал, тот неизвестно. Так, мы сейчас туда поедем. Лодку я не знаю, привязывать нет. Нет, задача была упираться. Так, закрывай это все. Сережа. Мы унесем. Где он? Ну, просто... чего? А нет, просто туда сильше класть еще. Ну, клади сюда, блин. Не, привязывай, зачем мы сейчас? Поставь ведро, а лодку туда перетащить. Так, пойдем. Бери ее. Сбоку. Так, ничего не забыли? Дальше 26. Завязку возьмите. Разделить на 5. По 5. 5 карасей твои. А потом веревку, если достать, Володя, мешают кусты. Днем надо приехать и убрать их. Макушки хотя бы. Вот у нас веревка была 50 метров, а тут надо 250. Ну и как сделать? Такого у нас длинного даже шнура-то не найти. Веревку надо. Туман идет, видите, как все не предусмотришь. Или плот, Володя советует, он у него на саморезах, на шурупах, размонтировать, сюда привезти. Давай туда вовнутрь заезжай. Ну и все.